Январь стал горячим месяцем для оперативников наркоконтроля. За незаконный оборот гашиша привлечены к ответственности несколько жителей Мозыря. Запрещенные наркотические вещества обнаружены у этой пары ровесников. 23-летнего гражданина России с видом на жительство в Беларуси и его подруги-библиотекаря. И молодой человек, и его спутница оказались давними любителями схемы «покурить, расслабиться». На момент задержания оба находились в состоянии наркотического опьянения. В начале января 2018 года была получена информация о том, что житель города Мозыря распространяет опасное наркотическое средство гашиш. В ходе проверки данной информации было проведено оперативно-розыскное мероприятие «Проверочная закупка», и данная информация подтвердилась. У данного гражданина было приобретено опасное наркотическое средство гашиш, была проведена химическая экспертиза. При задержании данного гражданина вместе с ним находилась девушка, которая также хранила при себе опасное наркотическое средство гашиш. Криминальная цепочка получилась длинной. Следующие кадры сняты при задержании 30-летнего безработного, тоже гражданина соседней страны, России, который уже 5 лет проживает в Мозыре. Что у тебя там? Гашиш. Гашиш сколько? Грамм 15. 15 грамм? Откуда у тебя гашиш? Нашел. Кусок зелья темно-зеленого цвета завесил больше, чем на 15 граммов. И в случае продажи мог бы принести хороший доход. На черном рынке порция гашиша размером 0,7 грамма стоит примерно 30-35 рублей. В ходе проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление канала поступления опасного наркотического средства гашиш, был установлен парень, который оказался жителем города Мозыря, гражданином Российской Федерации, имеющий вид на жительство 88-го года рождения, при задержании которого при себе имелось более 15 грамм опасного наркотического средства гашиш. Положительные эмоции после употребления гашиша рассчитывал испытать и еще один мозырянин, но не успел. Прямо с покупкой попал на допрос к оперативникам и теперь тоже является фигурантом уголовного дела. Незаконный оборот наркотических веществ в нашей стране карается строго. Наказание по части 1 статьи 328 Уголовного кодекса от 2 до 5 лет тюрьмы. Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов, телеканал «Мозырь».